Год назад мне посчастливилось быть участником этого замечательного проекта, которому мне помогала готовиться моя любимая учительница Васильева Лариса Павловна. К великому сожалению, ее нет сегодня рядом со мной, потому что совсем недавно она ушла из жизни. Она всегда останется в моем сердце, и та музыка, которую я сейчас вам исполню, посвящена Ларе Павловне и написана в память об этом светлом человеке. Спасибо. А я уже попрошу Екатерину Николаевну дать напутствие, ну, как у меня и прописано, после всего. Thank you.
Победитель первого сезона проекта «Талент Краины» Никита Шестаков, «Рояль».